Авиагородок. Центр дополнительного образования детей и молодежи «Авиатор». Нет, тут не обучают будущих летчиков, а воспитывают патриотическое и здоровое поколение. Накануне упор был сделан на последнее качество. Дружеская матчевая встреча по гиревому спорту собрала воспитанников клуба и торгового колледжа. И, как выяснилось, гири – лучшие друзья не только парней, но и девушек. Во-первых, у нас Центр дополнительного образования детей и молодежи как раз работает в этом ключе, чтобы привлекать как можно больше и молодых людей, девочек и мальчиков, заниматься спортом. Мы таким образом мотивируем ребят, чтобы они вели здоровый образ жизни. Гири весом от 8 до 32 килограммов. 20 участников и столько же победителей. Возраст спортсменов разнообразный. От самых маленьких до взрослых атлетов. Среди них и чемпионы Европы и мира. Матчевая встреча была посвящена Дню защитников Отечества, для которых спорт – неотъемлемая часть жизни. Самое главное качество – надо быть настоящим мужчиной. Это прежде всего. Спорт не каждому дано, скажем так. Но у нас, скажем, сочетается несколько. И настоящие мужчины, ребята, я думаю, что будущие мужчины. Ну и хорошие спортсмены. Каждому ребенку индивидуальный подход и программа для его развития. И одна главная цель. Взлетная площадка «Авиатор» должна стать трамплином в здоровое и светлое будущее. Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.